никаких выводов мы еще не сделали, и поэтому никаких комментариев о законности или беззаконии действий любых лиц я давать не буду. Закончим проверку, получим заключение специалистов по контроль-кассете, возьмем все объяснения, исследуем все документы, вот тогда можно будет уже сделать вывод, что здесь произошло. То ли чей-то злой умысел, то ли роковая случайность.